Важный вопрос был поднят депутатом Валентиной Владимировной Николаевой Терешковой. Ну а если так, то зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией. На наш взгляд, это предложение можно принять. Оно соответствует линии партии.